Ну, а далі про ситуацію навколо України поговоримо з міжнародним оглядачем, сходознавцем Андрієм Бузаровим. Пане Андрію, вітаю вас. Здравствуйте, добрий день. Ну і перше питання, от дуже хотілося вам поставити. Ми щойно показували, розказували матеріалі про експорт зерна, і питання до вас як до міжнародного оглядача. На вашу думку, чи не призведе розблокування експорту зерна до послаблення теми України у світовому порядку денному? Не, я думаю, этого не произойдет. Спасибо за актуальный, кстати, вопрос. Я периодически выезжаю в Европейский Союз, поскольку привожу гуманитарную помощь нуждающейся в Украине. И, в принципе, я вижу ситуацию во многих странах Восточной Европы, отношение к Украине, тему Украины, агрессию России против Украины, войну России против Украины. Поэтому я убежден, что вопрос разблокирования, как вы сказали, тех связей, которые были в части экспорта зерна, импорта зерна, по сути, для европейцев из Украины, это, наоборот, в какой-то степени позитивная тенденция, поскольку Украина была и должна оставаться одним из мировых хабов производства и экспорта зерна. И для того, чтобы поддерживать соответствующую репутацию, тут важно сейчас найти правильных союзников, которые смогут помочь нам в поддержании экономической составляющей. Президент Зеленский часто говорит, что помимо оружия Украине нужны экономические вливания. Экономика должна работать. Собственно, для того, чтобы экономика работала, у нас должна быть возможность поддерживать наши традиционные бренды. Зерно – это наш бренд. На вашій сторінці у Facebook є аналіз можливих поза українських напрямків російської агресії. І серед найвірогідніших – це Литва та Польща. Однак це ж країни НАТО. І захищатиме їх уся міць Альянсу. П'ята стаття. Чи не так? От які механізми захисту цих країн? Можна докладніше? Мені кажется, що на сьогоднішній день основний механізм, помимо, как вы правильно сказали, пятой статьи договора о создании НАТО, то есть коллективная система безопасности в случае нападения на одну из стран-участниц НАТО, она безусловно сработает. Но мне кажется, что сила ответа России в случае нападения России или там нанесения любого удара по границам стран НАТО зависит во многом от Британии и США. То есть реакция, скорость реакции, сила ответа стран НАТО России, возможно, она будет зависеть как раз от тех возможностей финансовых и военных, понятно, которые имеют Британия и США. Поэтому все страны в большей своей части ориентируются на позицию вот этих двух стран. И также важна позиция Турции, как страны, которая с начала 50-х годов находится в НАТО. И, по сути, Турция является южным флангом НАТО. И, естественно, если будет правильная координация, правильное согласие, правильное взаимодействие внутри стран НАТО, а также с Украиной, как, мне кажется, главным сейчас партнером НАТО, в принципе, вне границ НАТО, я имею в виду, то тогда и Россия и не пойдет на нанесение каких-либо военных ударов в рамках своей какой-то концепции создания там советского, неосоветского союза. Потому что я думаю, что как раз высока вероятность нанесения в будущем каких-то превентивных ударов со стороны России по странам, которые уязвимы, скажем так, то есть находятся в непосредственной близости к российской границе. Ну, якщо говорити про такі країни, і не можна не згадати Восток діла тонке, Центральну Азію. Ви не дуже вірите у східну дипломатію і можливість відсидітися. Ви вважаєте, що всі ці країни мають глобально визначитися, на чиєму вони боці? І що означатиме для них варіант зайняти певну позицію? Вы знаете, я много раз был в Центральной Азии, я объездил практически все страны в Центральной Азии. В некоторых был по 5, по 6 раз в Таджикистане, в Казахстане. И вот особенностью дипломатии этих стран всегда была попытка поиграть на балансах, так сказать. То есть иметь хорошие отношения с США, с Россией, с Китаем, с другими странами. Но мне кажется, в нынешних условиях не только им, в принципе, никому это не удастся. То есть сейчас нужно занять позицию, либо ты за Украину и, соответственно, за Запад, либо ты против Украины там, и занимаешь какую-то свою позицию, нейтральную, например, или за Россию. В принципе, таких стран практически и нет в мировом сообществе. В основном те, которые отсиживаются и пытаются даже, может, кто-то и заработать
на соответствующих геополитических разногласиях. Вот в Центральной Азии, мне кажется, это не удастся, потому что попытки в 19 веке вот этих тех государственных образований, которые были на территории Центральной Азии, различные Эмираты там и так далее, поиграть на балансах между Британией, Великой Британией и Россией привели к тому, что большая часть стран были захвачены Российской империей в 19 веке и потом вошли в Советский Союз. Следовательно, сейчас вот эти страны, которые думают, что там экономически можно на этом заработать, вряд ли это удастся сделать, поскольку это не понравится ни России, ни естественно, Западу. Поэтому по вопросу Украины, войны России против Украины, по многим другим аспектам, эти страны и руководство, и политический элит этих стран в ближайшие полгода, год будет определяться. А иначе неизбежно будет, возможно, какие-то внутриполитические потрясения, инспирированные извне в этих странах. Ну, якщо говорити про війну в Україні, то взагалі весь світ має визначитися, на чиєму боці. Ну, якщо говорити про такий світовий розподіл, то хто, на вашу думку, зрештою може пристати на російський бік і укріпити військові позиції Росії? От ви в самому початку нашого розмови задали дуже чіткий питання насчет можливого удару там по Польщі, по Литві, воєнного сторони Росії. От мені кажется, анализ, который можно сделать, исходя из такой гипотетической теории или сценария, он может дать ответ на многие вопросы. То есть мы все знаем НАТО, мы все знаем страны, которые входят в НАТО, но не надо забывать и о странах, которые входят в ОДКБ, военно-политический союз России. И те страны, которые туда входят, Беларусь, Казахстан, то есть страны Центральной Азии, Таджикистан, Кыргызстан, Армения. Эти страны связаны обязательствами военного характера с Россией. То есть в случае нанесения военного удара России по странам НАТО и ответа стран НАТО по территории России, вот эти страны, которые я перечислил, и, возможно, другие, должны поддержать по логике или не поддержать Россию военным образом. И вот мне кажется, что здесь заложен определенный механизм более серьезного глобального конфликта. Тогда уже будет два военных блока противостоять. И, собственно, триггером, спусковым механизмом вот в этой ситуации может быть как раз военно-политическое руководство России, которое специально может нанести военный удар по той или иной стране НАТО, лишь для того, чтобы мобилизовать движение на постсоветских странах и понять, кто поддержит Россию, а кто не поддержит. То есть здесь больше политический аспект вот этой вот мобилизации или этого абсолютно страшного действия. Но я, кстати, как аналитик, как международный обозреватель, с высокой долей вероятностью подобный сценарий в ближайший год-два рассматриваю. Пан Андрію, дуже шкода, що у нас мало часу. Я дуже з вами хочу продовжити бесіду. Будь ласка, включайтеся до нас ще раз. Ще безліч питань і про Китай, і про весь регіон взагалі. Але на тепер я прощаюся з вами. Це був Андрій Бузаров, міжнародний оглядач, сходознавець у нас в ефірі. Дякую вам.